Ну, нет. Угу. Чуть-чуть, сейчас разбудим. Так как родной воздушный фильтр не влезал, я поставил восходовский. Снимается все очень просто. Опа! Вот так он выглядит. Дополнительную дырку просто отрезал и заклеил. Карбюратор, как обычно, крепится на двух шпильках, которые вкручены в бонитовую проставку, которая является крышкой. Обратите внимание, какой масляный поршень. И коленвал блестит, как новый. Все смазано в маслице.
все красиво, все хорошо.